С юбилеем наша школа. Черненков Иван и Анастасия Александровна Черненкова. Первый раз, придя я в школу, я боялся. Ой-ой-ой, оказалось, что напрасно. Школа стала мне родной. Здесь я встретился с друзьями, много стал я узнавать. Наш учитель самый-самый, лучшего и не сыскать. Здесь становимся умнее и взрослеем каждый час. Научились мы трудиться, ведь уже мы третий класс. В школе жить там интересно, я проверил много раз. Но столовая, конечно, нас накормит просто класс. Вот покушали прекрасно, стало много сил опять. Побежали до спортзала, место первое занять. Поучились, наигрались. Вот уже домой пора, так проходят наши будни. Не скучает детвора, в школе жить нам интересно. Любо-дорого смотреть, юбилей, особый праздник. Я желаю молодеть. Школу нашу поздравляю с юбилеем золотым. И от всей души желаю быть нам домом дорогим. Процветания, успехов, много умненьких ребят, мира, радости, везения. Скажу просто, так держать.